В эфире программа «Инвест-идеи», из которой вы узнаете, почему акции надежнее денег. В студии Сергей Гришин. Здравствуйте. Сегодня в качестве инвестиционной идеи мы предлагаем вам акции крупнейшего финансового конгломерата Bank of America. Он был основан в 1904 году в Сан-Франциско и входит в число крупнейших банковских холдингов США. Его активы составляют 2,8 триллиона долларов. По итогам прошлого года в холдинге работают 209 тысяч человек. Корпорация присутствует во всех 50 штатах Америки и обслуживает свыше 47 миллионов клиентов. То есть она покрывает свыше 85% всего населения США. Стоит отметить, что на Bank of America приходится и около 11% банковских депозитов. Быстрыми темпами развивается и цифровой банкинг. В последнем годовом отчете отмечается рост пользователей до 35 миллионов. Число активных мобильных пользователей выросло до 24 миллионов человек. Компания представлена в более чем 35 странах мира и является глобальным лидером в корпоративном и инвестиционном банкинге. Bank of America обслуживает крупнейшие корпорации и правительства разных стран. Акции Bank of America входят в индексы NICE и S&P 500. Их рыночная капитализация сейчас составляет 313 миллиардов долларов. Акции компании, кстати, можно приобрести и на казахстанской фондовой бирже. Теперь об основных драйверах роста акций Bank of America на ближайший квартал. И я бы выделил три. Во-первых, перспектива интеграции банковских операций в интернет-пространство, что позволит Bank of America улучшить рентабельность за счет снижения расходов. Во-вторых, новая налоговая реформа Трампа, которая была введена в начале 2017 года. Она позволит увеличить объем финансовых операций, что позитивно отразится на банковском секторе. И, наконец, третий драйвер – это каждое повышение ставки со стороны ФРС имеет позитивное влияние на чистую выручку в диапазоне 150-200 миллионов долларов. За прошлый год компания провела обратный выкуп акций на 12,8 миллиарда долларов и выплатила дивидендов на сумму свыше 4 миллиардов. Рынок прогнозирует дальнейший рост данных показателей на фоне введения налоговой реформы Трампа. Покупка акций Bank of America на косе при высокой волатильности курса тенге может стать отличным защитным инструментом, особенно если учесть, что торги на казахстанской бирже имеют высокую корреляцию с американскими котировками. Таким образом, мы рекомендуем покупать акции Bank of America с целевой ценой 36 долларов или 11 900 тенге, что предполагает потенциал роста на 19% от текущей рыночной цены. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Инвестируйте в акции.